11 апреля Десногорск посетила команда экспертов из Управления по работе с регионами госкорпорации «Росатом». Они приехали с целью провести мониторинг учреждений культуры и дополнительного образования на предмет эффективности управления. Цель нового направления – помочь регионам сделать рывок в расширении собственного самодеятельного творчества, дать возможность привлекать на свою территорию средства из других регионов и уровней власти. Для этого они проводят мониторинг культурной среды атомных городов, чтобы определить, чем госкорпорация может им помочь. Мы, взяв крен на мониторинг, в первую очередь делаем вывод, а что нужно данной территории, а чем мы можем помочь. То ли это будут учебные программы, как сейчас у нас уже идут, то ли мы направим самых ярких ваших специалистов в высшие учебные заведения. И за счет программы «Территория культуры» вырастим нового специалиста, творчески подкованного и, естественно, профессионально уже одаренного. То ли это будут совместные программы, где участники концерта одномоментно в номере будут как ваши самодеятельные творческие любители коллектива, творческие, любительские коллективы, так и профессиональные артисты. То есть сливаем, снимаем эти границы между профессиональным и любительским творчеством. Эксперты провели в учреждениях культуры, спорта и дополнительного образования целый день. Они знакомились с работой организаций, общались со специалистами и воспитанниками учреждений. В рамках мониторинга будет осуществлен анализ эффективности использования ресурсов, которые выделяются для осуществления оказания услуг в сфере культуры. На сегодняшний день перед нами стоит большая задача. Мы заполняем определенную документацию для того, чтобы эксперты сделали свои выводы, то есть провели социологическое исследование. Окончательные итоги мониторинга работы учреждений культуры Десногорска будут подведены в декабре на Большом форуме в Москве.